их пришлось немножко усовершенствовать. Помимо вот этого входа, опа, сейчас мы его попробуем открыть. Вот. Помимо этого входа, где находится приплод. Вот видите, да, приплод? Пришлось сделать верхнюю крышку. Через верхнюю крышку на зиму можно под кормочку класть. И также отсюда забирать мед. Но в этом году меда мало. Вот. Закрываем крышечку. Вешаем улик на дерево.